Ребятки, я в Тюмени. Я тут проездом. Мы уже скоро уезжаем. Мне очень жалко уезжать. Я-то никак не могу остановиться. Я все пишу какие-нибудь видюшки. Так что давайте еще немножко попишу. Может быть, какие интересности мне встретятся, что зацепит, то и запишу. Так, давайте. Молодежь. И еще молодежь. Прикольная. А? Какое солнышко! Повезло с погодой. Хотя домик в ремонте. Зелененький какой город, да? У-ху. Город такой контрастов. Смотрите, старая ограда. Новые машины. Не очень. Дома в ремонте. Есть очень красивые дома. Видите, какие домики. Может, не сверх особенно, но все равно прикольно. А вот там район поновее. Тут вообще не баран Тихал. Ресторан, банкетный зал. Не знаю, что там еще есть. Вот так вот. Не зря это не баран Тихал. Гостиница «Нефтяник». Конечно. Тюмень-то ведь нефтяной город. Ну, может, не сам город. Но ожила-то Тюмень как раз, когда появилась нефть. Я иду именно мимо гостиницы «Нефтяник». Интересно, почему я не внутрь иду, а мимо? Видите, ребята, как говорила, город контрастов, да? Старенькие домики. Наравне с новенькими домиками. Красивые парки. Наравне с какими-то заброшками. Поверните направо. Так, навигатор мне что-то советует. Повернем направо, однако. Ребята, тут вот такая краса, тут вот такая пробка, там вот такие улицы, это моя тень, я не знаю, куда идти. Я, ребята, заблудилась, потому видосик выключаю. Сейчас, секунду. Фотку делала. Видосик выключаю, пошла искать, куда идти. Пока.